Сегодня в Красноярске завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах в городской совет. Всего на эти выборы зарегистрировано более 160 кандидатов по одномандатным округам и 20 избирательных объединений. Напомним, выборы в Красноярский горсовет состоятся в воскресенье 8 сентября. Последние 5 удостоверений кандидатов в депутаты сегодня получили в избирательной комиссии Кировского района. И одиночки, как говорится, независимые кандидаты, они много что могут сделать для города. У меня одно пожелание все-таки горожанам, чтобы они не стояли в стороне, чтобы они все-таки проявили активность и пришли, выбрали того кандидата, который больше им привлекателен, на которого больше они возлагают надежды.